В этом году начнут действовать новые правила приема в вузы и новые правила при приеме экзамена на водительские права. Подробности в нашей рубрике «Правовые новости» от Гарант Чебоксары. Новые правила коснулись экзаменов на право управления транспортным средством. Вместо трех их будет два. Также с 1 апреля изменятся критерии оценки испытаний и добавится возможность присутствия наблюдателей на экзамене. Ключевым нововведением станет то, что отменяется экзамен по навыкам управления транспортным средством на закрытых площадках. Проверка вождения будет происходить исключительно в условиях реального дорожного движения. Изменения также есть и в перечне нарушений. Так, использование телефона во время движения, дважды сбитое разметочное оборудование и остановка двигателя два раза являются основаниями для прекращения проведения практического экзамена и выставления оценки «не сдал». Новые правила в 2021 году коснутся и абитуриентов при приеме в высшие учебные заведения. Подать документы на поступление можно будет от 2 до 10 специальностей в рамках одного вуза. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих, например, по физике или информатике. То есть абитуриент сам выбирает результаты ЕГЭ, по какому предмету ему удобнее предоставить. Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям в пределах укрупненной группы. Раньше конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности. Изменения коснулись и подачи документов в вузы. Электронная форма должна предоставляться в обязательном порядке.